вашого фростера с колхоза. Как вы думаете, работаем ли мы очень продуктивно? Вы это на видео снимаете? Да, рассказывайте. А что это вы так решили? Рассказывайте, рассказывайте. Ну, своего людей спросите. Они местные. Вы не живете в нашем колхозе? Нет. Что вы думаете о работе нашего колхоза? Охуенно. Положительно. Я говорю, вот так вот. Как вы думаете, работает ли наш колхоз продуктивно и чего мы достигли за последний год? Мало дела на дело. Мой тапок, верните. Добрый день, разрешите вас взять интервью. Нравится ли вам наш фростерский колхоз? Нет. Почему? Я вообще металлистов не люблю, они такие... Вы гопник? Нет. Где ваши семки? Нет, я не гопник. Почему вы не гопник? Хороший вопрос. Потому что я не гопник. Вы любите наш колхоз? Ну да, ну и что? Ваш? Наш фростерский колхоз. Колхоз рулит. Снимай, да, пока я... Вы администратор нашего колхоза, вы любите наш колхоз? Кто администратор? Он модератор. Модератор нашего колхоза. Ну как тёплый, у нас видео. Я понял. А если лекарство? Видео будет тёплый колхоз. А, блядь, это видео? Это видео? Нет, я просто с фотоаппаратом хожу. Блядь, я передаю привет маме. Мама. Давай, кому еще? Мама, я уже не... Не надо, убери. Не жди. Не жди меня, мама. Хорошего. Хорошего сына. Не, вишневая сына. Здрасте. Здрасте. В общем, колхоз наш работает хорошо. Да ты же ничего не снимаешь, поэтому нам пофиг. Лиля, скажите слово. Слово! И тишина. Нет, и тишина, и мертвые с косами на других стоят. Пойдешь, я ебал. Пойдешь? Нет. Хардкор вечеринка. Здесь заговор. И чувствуешь. Электронный. А вдруг чёрт? Хорошо, мы скоро будем. Жесткого брейкора. Вот на брейкор бы я сходил бы.